один метрил хаммер, улов прекрасный старт, 600 экономика. А вот мид-вышку уже экстримы хотят депить, КК подставился, начинает его выпить здесь. Так, папа, движок, это слэм даже, там вот так вот, какая интересно. Чейнфрот, Фиссура поживет, как живет КК под фронтшилдом. Только сейчас забрали, но можно разменяться. Верспирт их минимум, может быть лоу забрать. Есть саленцы, рядом находится панк, его подняли ветерки. Минус шейкер, минус лич. Двух суппортов потеряли, Royal Nav Give Up. Снова Элизор Эрт, отбивает лоу, но слишком много сил отдали. Панк пытается добить, очень много сил, очень много ресурсов тратится. Чилис, добивает все-таки лоу. Добивает лоу, да, Мэйби смог еще раз убить еще одного персонажа. Это минус панга. Хорошо, кстати, успела вся команда подойти, и опять же Пангольер ловит эту руптуру, моментально умирает, ничего просто не может делать в драке. Ну, контрпик, мы говорили о том, что да, пик и шпанга западнее. Так, качество. Нет ульты у Бримастера, возможно, смогут его убить. Бладрайт, неприятно, папарацци Лагуна Блейд-то нет, чтобы добить соперника. Ошибается, ошибается экстрим, интересная такая авантюрная у них была атака. Мэйби, кстати, с активной руной, наконец, Мэйби идет до конца, Мэйби. Он как хочет он убивать этот Мэйби, посмотрите, за папарацци дальше. И Вичблейд есть станом хорошо, попадает папарацци, на орб свой прыгает, Мэйби развлекает соперник, снова Бладрайт, снова не точно, Мэйби находит таки Марти, пару ударов, есть даблкил, дальше драться, дальше драться. Боже, какой фитфест в исполнении Extreme Gaming, они идут биться, они просто умирают, здесь рядом год, Фиссура может быть не самая удачная, но что папарацци отрезан, оказался от своей же команды, но Eleven сделал свой шпагл, атака все равно добивает, минус 4, минус 5, да что ж такое происходит, триплкил Мэйби, они опять все по одному погибли. Вряд ли пришли 5-5 прямо сейчас, я не думаю, что они готовы. Идеально для них было бы хотя бы вышку тир 2 снизу разменять. Эти пытаются лоу заниматься сейчас под мом, под дизолем. Ну, конечно, будут телепорты. Пивайда будет телепорт сейчас увидеть. Прокликивает, год пришел, раз получает саленс, год по КБ есть. Так просто его не взять, пусть у него есть, с ним драться, в принципе, бесполезно. Хотя пытаются его пробить, но все еще бегает под букетбар. Лича уже убили. И получается, убить Арспирит, он в битерках. Стан от Лины снова, катаются туда-сюда, забирают госта. У них, кстати, нет букетбара, пошла Фиссура, какая, КСЛ на месте. Да где команда вообще? Почему не все рядышком? Вот эти вот телепорты на легкую линию, они очень часто заканчиваются провалом. Но огромное преимущество в виде Аегиса было. Но все-таки смогут развалиться, судя по всему, да. Лоу дерется. Идеальный тир. Шейкер не успел нажать кнопку даже за время. Там Мэйби, аккуратненько. Одного за другим. Минус 4. Это будет тимбайк, друзья. 100% лоу никуда не уйдет. Потерял, конечно, снова там свой байбек. Он его нажал. Мэйби стоит, чтобы сделать ласкин. Хорошо, Мэйби. Это превосходно. Красавчик. Хорош, да. Вот начало было тяжелым, но вот этот фит от соперника помог ему приобрести блинк, а теперь с блинком, конечно, КК бегает. И еще у него шарт появился. Опа, три героя здесь. Здорово, парни. Статэм ворвался без Фиссура, даже Челис Праймал Сплит нажал. Моментально было влияние. Саленсы снова пытаются супер быстро забрать Эрспирита. Эрспирит погибает. Марс пока ветерка, катается панка, Челис бегает. Подловили панка, пока подловили, шип спрятался, сможет уйти. Ой-ой-ой, Мэйби супер опасно, Мэйби погибает, три года, папарацци забирает его 1000 голды. И даже немножко сверху денег он получает, девайт до сих пор жив, свой факл не точно в этот раз, стоит под раком, вот дерется под БКБ, надо девайт забирать, наверное, да, в спину бьет лоу, супер неприятно, как папарацци бьет тоже. Неужели это переворот, это Extreme Gaming, убили все-таки этого Сомнуса на паке. С шардом медведь уже не так боится всех этих замедлений, сразу себя снимает лич, погибает, пак погиб. Кивап, запись положить соперник. Бактернул баш! У духовни, точнее, боже, как это опасно было. Примастер сразу Primal Split выбивает у Лины БКБ. Знает об этом. Нужно шейкеру дождаться, когда Лина БКБ закончится. Выйти. Знаете, находится Лина. Лина дает сан по лечу. Неплохо. Пусики тоже здесь бегает. Ловит пака. Бой. Айдиск. Он успел нажать и ушел. Но Лину нужно забирать. Лина Фиссура. Да, Лину забирает неплохо. Сикер бегает, пока БКБ работал. Его поднимают Ю сейчас. Панк катается. Сикер может умереть. Здесь они же все с полы заливают под эти прокасты. Безумно крутая драка. Какая ты потрясающий. Как они разыграли этот момент. Это минус 4 будет, конечно же, минус 5. Ничего не сможет сделать один лоу. Вызывает нового медведя, пытается выжить. Возможно, уйдет. Нет, Мэйби его, скорее всего, не отпустит. Да не должны отпускать, не должны. Какая здесь на передовой, конечно, трипл килл Сомнус. Боже, какая фантастическая. И насколько это... Катится Eleven. Куда? Вниз куда-то, да? Мы ищем какие-то другие уже цели, я так понимаю. Стаума, блин, снова здорово. Просто каун этот выход. О, просто... А почему он сработал? Нулифайр не сразу скикнул нулифайр. В итоге снова на ХГ оказался. Нулифайр просто в никуда. Ну, заберут лича, но время выиграно. Пытается догнать Арспирит и поднимает себя в Юлу. Есть, конечно, Фирекс, снова КК врывается через цеха, слэма, Лину без шансов забирает. Браво, КК. Как же он врывается на этом шейкере? Дивай, Бладрайт, башки срабатывают, минус медведь, минус 4, без шансов. И снова тем, что порт нажали, никуда не переместились, постояли на месте. Так, и ответный смог от РНЖ.
Блэйк, все только игра. Силы света сканируют территорию, они знают, кто где. На вижене. Убивай дабл, ёп, взрыва. Ой, какой дрипкоил по линии про Панга. Панга под сайленсом, Лина под фокусом. Лина БКБ нажимает, Панга делает байбек. Да и в целом могут РНГ пока даже отступить. Или надо дайвить, Лина. Там бар сразу. Ну, Бараци уже потратил свой БКБ. Просто так, по сути. И Брюмастер может просто побегать этими суммонами, поскаутить, что там к чему. Вон Марси уже цепляет пак. Земелья выкатывается. Двайпл ХП потерял, хотя его, собственно, и не били даже. Есть бафы, ну или файфл, тупи Чилиса, кстати, под Панкичем сейчас, но там не работает. Да, взрывает ХП. Опять препод КК. КК шикарный, КК происходит. Папарацци выкупается, Марси выкупается. Все, на тимфайтом ставит ребята из экстрим. Гибает медвежонку, у него байбека не имеется. Ну и, наверное, после того, как погибнет кто-то еще из героев в экстрим гейминг, будет написано ГГ, да, потому что сопротивление бесполезно. Друзья, Royal Nav Give Up закрывают первую карту гранд-финала. Шикарный, очень динамичный, очень экшеновые такой каточки. Показали крутой скилл. Ну и вот все прокликали, да, все прокликались.